Компания PixMed представляет вашему вниманию бесконтактные инфракрасные термометры SensiTech. Принцип действия бесконтактного термометра основан на регистрации данных инфракрасного излучения, исходящего от тела человека или поверхности объекта, и интерпретации результатов в цифровое значение. Термометр предназначен для измерения температуры тела и измерения температуры поверхности различных объектов. В педиатрической практике и в быту чаще всего используется для измерения температуры детского питания, воды для купания и другое. Итак, у вас есть упаковка, сам термометр, чехол для хранения, две батарейки и отвертка. На панели термометра представлена кнопка выбора режима работы и кнопки настройки, а также на термометре имеется кнопка измерения температуры и дисплей с подсветкой. Соблюдая полярность, установите две батарейки в отсек, закройте крышку и закрепите винтом. Настройка термометра производится следующим образом. Нажмите на кнопку Mode и удерживайте ее в течение 2 секунд. На экране появится F1. Кнопкой вверх или вниз вы можете выбрать единицы измерения по Фаренгейту или по Цельсию. Снова удерживайте кнопку Mode, пока не появится F2. Кнопкой вверх или вниз вы можете установить крайний верхний порог температуры, после которой сработает тревога. Например, устанавливаем 38 градусов, то есть при температуре 38 и выше термометр подаст звуковой сигнал. Если в данный момент у вас включен режим Body, то функцией F3 вы можете выполнить калибровку термометра. Калибровать термометр рекомендуется перед первым применением или при неточных показаниях термометра. Калибровка проводится следующим образом. Измерьте температуру тела обычным ртутным термометром. Предположим, вы получили результат 36,5 градуса. Проверяем, чтобы на вашем бесконтактном инфракрасном термометре был установлен режим Body. Измерьте температуру на лбу. Предположим, вы получили результат 36,5 градуса, то есть он совпадает с результатами ртутного термометра, из чего следует, что необходимости в калибровке вашего бесконтактного термометра нет. Если показания расходятся, то термометр нужно откалибровать следующим образом. Предположим, вы получили результат 35,4 градуса, то есть разница между ртутным и бесконтактным термометром 1,1 единиц. Нажимайте кнопку Mode, пока не появится F3. После этого вам нужно нажать кнопку вверх, чтобы добавить разницу 1,1 единиц. Калибровка проведена. Снова проведите измерения и сопоставьте результаты. Если результат не совпал, продолжите калибровку. Следующая настройка – это включение и отключение звука. В случае режима тела – это F4. Режима поверхность – это F3. Кнопка вверх или вниз – включить или выключить звук. Термометр работает в двух режимах – тело и поверхность. Переключите на термометре кнопку режима Body. На расстоянии от 5 до 15 см наведите термометр на лоб и нажмите на кнопку измерения. Переключите на термометре кнопку режима Surface. Также отведите на расстояние от 5 до 15 см от поверхности и измерьте температуру. Через полсекунды результат на экране. Особенностью модели NB401 является цветовая подсветка экрана. При повышенной температуре подсветка красного цвета, при пониженной – голубого. В норме дисплей имеет зеленую подсветку. А также данная модель имеет речевое сопровождение результатов измерений.